помимо массы работ, которые произвели мы с внешним тюнингом и с усовершенствованием мультимедийной системы, в этом же автомобиле мы перешили салон. Все работы произведены нашими специалистами, которые сегодня в субботу отдыхают на японских и немецких машинках, что позволяет добиваться высочайшего качества, как, например, вот здесь сиденье, которое для Mercedes используется, как и сиденье для других наших заказчиков, официальных дилеров. Все делается здесь. Пожалуйста, посмотрите, насколько качественно, насколько гармонично, эстетично все получилось. Идеальное сочетание красной кожи Напа, черной кожи Напа, красные нити, перфорация, новая современная перфорация от BMW, реализована в этом автомобиле. Все сделано по самому высшему стандарту качества. Торпеда перетянута, руль. Посмотрите, все элементы в едином стиле, в едином дизайне. То же самое и для задней части автомобиля. Правда, здорово. И потолок под стать этому салону. Черная, настоящая итальянская алькантара. И на потолке, и на стойках. Наверняка вам понравится точно так же, как и владельцу этого автомобиля. Красота.